Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Если вы массажист, хороший массажист, у вас от клиентов просто нет отбоя, но вы хотите зарабатывать не только руками, но еще и немножечко мозгами, если вы замечательный косметолог, и у вас даже своя клиника, но вы хотите зарабатывать не только руками, не только специалистами, которых вы набрали, но еще и мозгами, я имею в виду нутрициологическим сопровождением. Если вы фитнес-инструктор и понимаете, что пока вы ведете группу или пока вы берете индивидуальные тренировки, вы денежку зарабатываете, а поехали в отпуск, и уже деньги не идут к вам, и вы хотите, чтобы поток денег был постоянным, то есть вы хотите создать денежный поток из какого-то другого источника. Скорее всего, этот источник называется нутрициологическое сопровождение. И вам просто позарез нужно стать еще немножечко нутрициологом. Я Бахтина Елена, и я, наверное, отношусь к самым богатым нутрициологам современности. С того момента, как мой доход превысил 20 тысяч евро в месяц, я перестала говорить, сколько именно я зарабатываю. Я очень горжусь тем, что я богатый человек, тем, что я свободный человек, и тем, что я могу научить любого другого, ну, при вашем, конечно, желании, стать богатым и свободным специалистом. Я по специальности врач-акушер-гинеколог, генетик, то есть врач. И, соответственно, если бы я не присоединила нутрициологическое сопровождение, наверное, до сих пор бы сидела на приеме и зарабатывала, ну ладно, 300, ну ладно, 600, может быть, даже 900 долларов. Ну, это был бы мой потолок. А почему вам нужно идти именно ко мне? Потому что я богата, потому что я выбрала правильный инструмент нутрициологический. Я богата, потому что я могу этому научить. У меня уже прям есть опыт. Ко мне притягиваются люди, которые работают с другими людьми. То есть это узкие специалисты, что работают со своими клиентами. И просто небольшое буквально включение нутрициологическое удваивает доход моих подопечных. А еще почему? Есть люди, которые зарабатывают деньги на том, что учат других нутрициологов быть нутрициологами. Согласна, это тоже очень классный подход, но я практически практикующий нутрициолог. В данный момент, например, под моим руководством находится порядка 6 тысяч человек. То есть я умею формировать клиентские потребительские структуры, и с этим тоже можно делиться, и я хочу этим поделиться в том числе. И при этом, при всем, я человек достаточно свободный. Мой день делится примерно на две части. Первая часть — это для себя, а вторая часть — это для людей. Но в целом, даже если я перестану уделять какое-то более-менее серьезное время работе со своими структурами, в том числе потребительскими, я не думаю, что я там сильно обеднею, потому что имеет смысл формирование денежного потока. И если вы решили создать дополнительный денежный поток, нужно прям понимать, что это денежный поток, который идет в вашу сторону. И, соответственно, приняв это, понять, как с помощью нутрициологического сопровождения вы можете это себе позволить. Как это у нас сформировано на курсе? Я приглашаю специалистов, которые уже работают с клиентами, друзья. Некоторые хотят быть домашними нутрициологами, тоже хорошо. Но в основном я приглашаю специалистов, которые уже работают со своими клиентами. И вам нужно 20% поменять, чтобы получить 80% нового результата. Представляете, как здорово. По понедельникам. Смотрите, я поняла, что люди сейчас потребляют огромное количество информации, и им информацию нужно выдавать маленькими частичками, но чтобы у вас внимание держалось всегда на мне и на том, что мы с вами делаем, то я даю вам информацию ежедневно. По понедельникам мы с вами разбираем жалобы ваших клиентов, и вы учитесь понимать через призму данной конкретной патологии, которую мы разбираем на данной неделе, что вот эта жалоба, она в связи с остеопорозом, и вот эта жалоба, вот она в связи с остеопорозом, а эта жалоба, ну я еще не знаю, за счет чего она. То есть мы учимся видеть, какие жалобы связаны с данной конкретной патологией. Патологий у нас будет много. 10 обязательных, 13, точнее, обязательных, и будут еще факультативные патологии, которые вы уже сами выберете. На каждую патологию одна неделька. По вторникам я даю биохимию процесса достаточно глубоко и патофизиологию процесса, чтобы вы понимали, как глубоко, как серьезно, как качественно вы работаете, когда вы применяете нутрициологическое сопровождение.
По средам мы с вами занимаемся лабораторным подтверждением той или иной патологии. Ну, например, если мы учим анемию, то мы рассматриваем виды анемии и как это доказать лабораторно. Это тоже очень важно, и многие хотят научиться разбираться в чтении анализов. По четвергам мы создаем лечебные или профилактические схемы. И у вас 13 обязательных тем. Соответственно, у вас 13 конспектов здоровья будет готовых, шаблончиков, которые можно будет изменять под каждого пациента, клиента или создать целую книгу своих практических рекомендаций, что очень круто. Так, что у нас там пятница? В пятницу мы создаем легкие разговоры для наших клиентов, учимся легко доносить информацию. Моя сильная черта, я могу любую патологию рассказать в виде сказки. А печень сказала, а почки ответили. Ну, в общем, это легкая такое, легкая подача, которую очень любят люди. И что самое интересное, люди это понимают и откликаются. То есть вы можете научиться так просто говорить, чтобы вас и 5-летний ребенок тоже понял. Так, у нас осталась суббота, да? В субботу мы учимся формировать банк результатов. Так как вы не один в группе, то, соответственно, банк результатов будет прирастать за счет ваших результатов, результатов ваших коллег, которые занимаются вместе с вами. Это очень здорово, потому что самая продающая часть вообще нашей беседы с нашими клиентами – это все-таки результаты, которых вы уже достигли. И у нас воскресенье. В воскресенье мы рассматриваем вашу финансовую составляющую. Финансовый компонент очень зависит от того, с каким нутрициологическим сопровождением вы работаете, то есть каков ваш нутрициологический инструмент, сразу предупреждаю. У меня есть чисто конкретный нутрициологический инструмент, что называется Nature Sunshine Products или NSP, и я прям гарантирую, вот вы делаете такой-то товарооборот и получаете такой-то процент. Именно поэтому я вам гарантирую не только быть умным, не только быть востребованным, но еще вы будете и богатым, потому что нутрициологическое сопровождение, оно должно оплачиваться. Хорошо. Также по воскресеньям мы с вами встречаемся в Zoom'е и обсуждаем достижения недели и проблемы недели по данной конкретной проблематике. Вот, например, на примере остеопороза, или на примере дисплазии соединительной ткани, или на примере аллергии, или на примере анемии и так далее. В зависимости от того, какую патологию мы с вами рассматривали всю эту неделю. И у вас не остается вопросов, но у вас формируется к вам назад доход от нутрициологического сопровождения. Все темы можно посмотреть здесь, под этим видео. Жду вас на курсе. Нас ждут великие дела, потому что по-настоящему грандиозный специалист – это тот, который работает с человеком комплексно.